Мои барабанные перепонки лопнули, и это было довольно страшно. И потом мои братья, мой младший брат, он был в комнате, и что-то у него случилось с глазом, и мне пришлось побежать и схватить его. Он был так напуган. 26 февраля 2023 года сильные штормы вызвали вспышку торнадо в центральной части США. Только в Оклахоме было зарегистрировано около 10 торнадо. Для этого штата это самое большое количество торнадо в феврале за всю историю наблюдений, начиная с 50-х годов прошлого столетия. Стихия оставила после себя разрушенные здания и перевернутые автомобили. Из-за повреждения линий электропередач более 16 тысяч клиентов остались без электричества. Есть погибшие и раненые. Я открыл заднюю дверь на долю секунды, и это было похоже на то, что весь ад вырвался на свободу. И я увидел вспышки электричества где-то там. Это было около 9. Бог действительно благословил меня за это. Потому что если бы вы видели мой дом, если бы я сидела в гостиной, я бы не вышла. Так что я потеряла все. Но я благодарна за то, что я здесь. Приглашаем на интервью очевидцев климатических катастроф, а также всех, кто непосредственно знает об этом. Свяжитесь с нами и расскажите свою историю. Чтобы весь мир узнал правду, важно участие каждого.